Здравствуйте, друзья! Решил посадить личи. Что из этого получится, не знаю. Вот здесь у меня экспериментальный горшочек. Посадили каланхоэ. Старенький. Уже не очень. Здесь вот у нас индийский лук. Кстати, очень такой хороший, вернее, хорошее растение для профилактики разных простудных заболеваний. Выделяет определенные вещества. Вот не знаю, как его сажать. Личик-то этот. Ну, посадим так. Я уж тут подготовил. Как получится? Получится, не получится. Ну, будем ждать. Полью его. Значит, тут влажно. Ну, как-то так. Перебирал хлам и нашел вот такую интересную книжицу. Ну, кто постарше, помнит этот труд великого советского писателя. Москва, молодая гвардия, 79-й год. Ну и вот сам писатель. Начинается красиво. Есть хлеб, будет и песня. Не зря так говорится. Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. Ну, дальше читать не буду. Так. Тираж 500 тысяч экземпляров. Цена 20 копеек. Политиздат. 78-й год. Ну, это, наверное, перепечатано. Помню в армии. Зачитывали, ну, нам на политзанятиях эти труды Леонида Ильича. И по радио, по телевизору Штирлиц зачитывал в миру Вячеслав Тихонов. За твои труды он получил награду очередную. Ну, такая книжица, друзья. Как она вам? Помните ли? Ну, погода. По-прежнему кое-где остались небольшие кучки снежку. А так грязь. Тут еще таксисты все порастолкли. Вот, друзья мои, 2 февраля 2020 года. Будет снег, не будет. Смотрю, у всех снег, а у нас уже и травка проклевывается. Уже кое-где зеленеть начинает. Всего вам доброго, дорогие друзья. Удачи, отличного настроения, невзирая на такую погоду. Будьте здоровы. Ну, пока.